До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца, но этого времени должно хватить для завершения ремонтных работ во всех школах. В Ульинской школе в этом году запланирован и осуществляется ремонт спортивного зала. На это были выделены федеральные и районные средства. Но в этом году в нашей школе проводится капитальный ремонт спортивного зала. На это были выделены деньги из федерального бюджета. На данный момент в спортзале проведены демонтаж раздевалок, демонтаж душевых и проведены первые работы по шпаклевке стен, стяжка пола произведена и в самом спортзале, и также в раздевалках и в душевых. На данный момент также в школе проводится косметический ремонт, готовятся кабинеты и рекреации к новому учебному году. Все работы осуществляет подрядная организация ШИКОВ. Впереди много работ. Это укладка спортивного линолеума, установка дверных блоков, покраска стен, покрытие полов в раздевалках и душевых комнатах керамической плиткой и многое другое. Планируемая дата завершения работ – 25 августа. Параллельно с этим в школе проводится ежегодный косметический ремонт. Это побелка и покраска кабинетов и рекреации. Приемка работ в школах будет к концу августа, а уже 1 сентября работу строителей оценят школьники.